В погоне за финансовой стабильностью находятся и те, кто не готов трудиться. Как, например, владелица интернет-магазина из Калуги. Сургутские полицейские совместно с коллегами накануне задержали женщину. Ее подозревают в дистанционном мошенничестве сразу в нескольких регионах России. Как сообщает пресс-служба окружной полиции, уроженка Калуги вела страницы в социальных сетях, где якобы продавала детские товары и коляски. На деле же она просила у клиентов 100% предоплату, после чего пропадала. Уже известно, что от действий подозреваемой пострадали две сургутянки, жители Пензенской и Калужской областей. Сейчас владелица интернет-магазина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. За что задержана? Мошенничество. Что именно делали? В Инстаграме продавала детские товары. Создавали страничку в Инстаграме и продавали детские товары? Совершенно верно. Угу. Сидели, нам раскаиваетесь? Да.